Друзья, всем привет! Мы снова на Ческом, Фрэнк и М. Не первый раз я с ним играю. Ну и понеслась. Угу. Так, здесь, по-моему, так ходят. Так. Или не так? Так или не так, да? Ну давай сюда. Е6, видимо. Фрэнки 5 пальцев, да? Так, задумался соперник. ЕД, слон F5 пошел. Ту-ту-ту. Мне кажется, неплохая получилась редакция. Так, сейчас. А6, Б5. Конь Д7, ладья Е8, конь Д3. 4 хода кандидата. И какой-то надо выбрать. Давайте конь Д7. Я все-таки фигуру разовью. После А6, да. Так, пешка там подвисает, ладья Е8. Конь С4 пойдет, да? Угу. Так. Ладья Е8, конь С4, конь Б6. Да, наверное, так. Конь С4, пойду конь Б6. Вроде как можно. D6. Агрессия. Агрессивная. Компульсивный чувачок. Да-да-да-да. Сейчас D2. Так, ну B6 уже как-то хожу. Как-то держусь. Конь b5. Не, ну конь e5 уже вперед надо куда-то идти. Терпеть уже это невозможно. Конь c4, да. Сейчас какая-то заруба начнется. Угу. Так. Угу. Ладья e3. Конь e3. По-моему, посыпался мой соперник или еще нет. Сейчас будем узнавать, уточнять. Так. Или пока еще не посыпался. Слон F8. Давайте так. Банально напал на пешку. Хочу ее сожрать. Ему пофиг, насколько я понимаю. Забрал. С темпом. Забрал с темпом. С4 тоже ход, наверное, хороший. Угу. Так. Шах. Шахантович. На c3 могу забрать, но слон e4, кстати. Ладно, ладья d8 пока. Взяли, подняли. Так, папашку подтянули. Слона на e7. И давайте заберу. Да, 19 секунд оставил же себе на свою голову. А? 16 секунд. Полет нормальный. Будем побеждать. Будем побеждать.
10 секунд. Полет нормальный. Че, я пешку не забрал? Надо было забрать. Ап. Ап. Ап обманул. Ап обманул. Успею, успеет Вячеслав Игоревич. Никуда он не денется. Та-та-та! Сюда иди! Камон, мой маленький. Да, но в целом неплохая партия получилась. Мне кажется, я переиграл его на каком-то этапе. Друзья, не забывайте оставлять комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч.